Эта страница зеленого цвета, значит, на ней постоянное лето. Если бы здесь уместиться я мог, я бы на этой странице прилег. Бродят в траве золотые букашки, вся голубая, как бирюза. Села, качаясь на венчик ромашки, словно цветной самолет, стрекоза. Вот темно-красная божья коровка, спинку свою разделив пополам, скинула крылья прозрачные и ловко и полетела по божьим делам. Вот в одинаковых платьях, как сестры, бабочки сели в траву отдыхать. То закрываются книжечкой пестрой, то раскрываясь, несутся опять. Здравствуйте, меня зовут Злата Овсянникова, мне 8 лет, я живу в городе Минске. Я занимаюсь в спортивной школе «Динамо», где профессионально обучаюсь синхронному плаванию. Также я посещаю киношколу, детский кинопродакшн «Биг Фильм», где обучаюсь актерскому мастерству и уже имею опыт съемок в кино. А в свободное от учебы время я люблю ездить на велосипеде и ловить рыбу.